Я была такая на карте мира страна, Германская Демократическая Республика. Она свела нас с Димой, ну и здесь свела, которая здесь за этим столом. Благодаря этой стране познакомились Дима и Света. У нас обычно все наши встречи, школьные, классные и так далее, они все проходят под символикой ГДР. Вот. Я считаю, что было бы неправильно, чтобы это, наверное, сегодняшний наш вечер тоже обошелся без этой символики. Я хочу вам подарить те маленькие подарки, которые будут вам напоминать о тех корнях, благодаря которым мы вместе уже в этой жизни. Это женская. Мать, это девочка. Можете одевать прямо сейчас? Это футбол. Спасибо, брат. Действительно, не забывали свои корни, а главное, чтобы всегда были вместе. Я напоминаю о том, что у кого возникает желание поздравить. Предыдущие тосты меня набили на один тост интересный. На самом деле очень нравится и очень счастлив за ваше ГДРское сообщество. Я никогда не видел такого дружного сообщества. Это просто очень большая редкость. Вот. И возвращаясь на 30 лет назад, я могу подтвердить свои слова о вашем дружном сообществе. Покажи, пожалуйста, футболку, которую подарили тебе. Вот, ну, лицом покажи. А руку? Вот это мои инициалы. Дмитрий, что такое? Так что очень часто мы встретились внутри этого сообщества и теперь вместе. За вас. Двойка! Двойка! Двойка!